В эфире «Утро Карачаево-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро! И начинаем новый день декабря с погоды. В Карачаево-Черкесии ночью и утром местами снег, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 2-7, в горах до 12 градусов мороза, а днем минус 1 плюс 4. Местами до минус 6 и на дорогах гололедица. В Черкесске ночью снег, днем без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 3 минус 5, а днем 1-3 выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедица. 17 декабря. Ярослав Запашный в Кисловодском цирке. Спешите! Акция «Полицейский Дед Мороз» стала доброй традицией, которую дети ждут с нетерпением в преддверии Нового года. Сотрудники МВД России Зеленчукский присоединились к этой акции. Была организована экскурсия в районный отдел полиции для учеников полицейского класса школы села Даусус. Альбина Курачинова-Кенжева расскажет подробнее. Предновогодняя акция стала доброй традицией, которую дети ждут с нетерпением. Экскурсия началась с кинологической службы, где полицейские рассказали ребятам об особенностях несения службы с четвероногими напарниками, а также организовали показательное выступление с участием служебных собак. Нам провели экскурсию по зданию. Мы увидели кабинет, в котором хранится оружие. Мы побывали в дежурной части и... Мы познакомились с некоторыми сотрудниками отдела милиции и с полицейским Дедом Морозом, повторили некоторые правила и узнали тоже много интересного. Юным полицейским показали дежурную часть, работу системы мультибиометрической идентификации личности, комнату вооружения. В актовом зале для учеников провели мастер-класс по разборке и сборке учебного автомата Калашникова. Оружие, которое находится на вооружении подразделения, вызвало живой интерес у школьников, а самые любознательные задавали интересующие их вопросы. Одним словом, ребята окунулись в работу полицейских. Все было очень интересно, я узнала очень много. С Дедом Морозом с полицейским Дедом Морозом мы повторили правила и узнали много других правил. Полицейский Дед Мороз совместно с председателем общественного совета Мухатом Батчаевым и сотрудниками ПДН в игровой форме поговорили с ребятами о серьезных вещах, об основах законопослушного поведения и ответственности за свои действия, о правилах личной безопасности как на улице, так и в интернете. С наступающим Новым годом! Спасибо! Быть учеником полицейского класса – это не только большая честь, но и большая ответственность. Вы должны быть примером для подражания своих сверстников. На самом деле вы должны быть примером в школе. В общем, хорошо проведите эти каникулы, ничего не нарушаем, не хулиганим, вот. Только делаем добрые дела. Совершают добрые, хорошие поступки. В завершении мероприятия полицейский Дед Мороз пожелал ребятам крепкого здоровья, счастья, успеха в учебе и вручил подарки. Альбина Курачинова-Кенжева при содействии пресс-службы МВД. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на абазинском языке. Затем также программы «Абазинская редакция» в 14.30 «Вести Карачаево-Черкесия» с Аллой Динаевой. Всем хорошего дня и встретимся завтра.